Дикие утки греются на солнышке. Или в теньке они сидят. Тут полутенек такой. А нам даже с вами покормить их нечем. Мы придем еще раз с чем-нибудь вкусным. Хлебом, например. Даже не бояться. Видите, я совсем близко подошел, почти в притык. Они не испугливых, да. Смотрите, немножко так убегают, разбегают.